Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов в магазине Лента. Собралась я готовить на несколько дней, как вам говорила уже в влоге. Сунулась в холодильник, у меня ничего нет такого. Ну, нету, в общем, ничего. Решила съездить в магазин, оставила 15 тысяч, девочки. Ну, в общем, как всегда. Вот. Чек, как всегда, будет в конце видео. И я так понимаю, что 15 тысяч – это уже нормальный стандартный чек для меня. Вот, как-то так получается. Ну, много напитков. В общем, давайте все покажу. Так, Басяня все уже проверила. Да, все проверила? Молодец. Все правильно мама купила. Да, яйца мама только забыла купить. Ну, ладно, зайду потом куда-нибудь. Вот такая, ну, на самом деле, достаточно большая. Вот тут у меня еще лежит закупка. У меня получилась. Давайте отсюда начну. Здесь для животных пакеты вот эти. Ну, вот какие по акции были, девочки, такие взяла. Ну, вот эти Perfect Fit едят с удовольствием. И Пурина у меня собаки едят с удовольствием. Я им на завтрак младшей собачке просто, а Бонни вот такой пакетик и еще сухой корм даю. В общем, здесь целая у меня груда их, вот, всяких разных вкусов набрала. Еще взяла вот такие вот попробовать. Посмотрела по составу, девочки. Состав очень хороший, смотрите. Мясо индейки, сердце, легкое, желудок, печень, плазма крови, вода, ну, желатин, считайте, клетчатка. То есть, видите, зола, протеин, это, ну, вот, клетчатка тоже очень полезна. Вот, правда, баночки маленькие, не помню, 70 с чем-то рублей, по-моему, они стоили. Это я посмотрела, вот этот Елецкий мясокомбинат. Сейчас, я так понимаю, в основном он корма делает. В общем, индейка сердца, здесь телятина язык. Ну, я по одной штучке на пробу взяла и с индейкой языком. Понравится моим собакам или не понравится. Вот. Так, яйца забыла купить, как всегда, я уже сказала, да? Значит, купила мясо, купила вот такой кусочек. Хочу порезать его, сделать стейки. Здесь у меня, ну, почти килограмм, такой небольшой кусочек. Ну, какие-нибудь стейки или отбивные, в общем, посмотрим. Здесь у меня фарш. Фарш домашний, почти 1,5 килограмма. Кило 418 по 355 рублей. На два раза разделю, что-нибудь приготовлю. Так, мое инзе, которое часто в последнее время мне пригождается. Купила мужу такие хинкали, он, кстати, меня просил. И вот эти вот вареники с картошкой, сливочным маслом, а также купила крабовое мясо. 365 дней, есть еще крабовые палочки 365 дней. Они, кстати, очень хорошие, мне нравятся. В особенности мне нравится именно вот это крабовое мясо. Оно очень классное, в салатики какие-то. Я сейчас, ну, сейчас, наверное, все делают всякие зеленые овощные салаты. И я просто туда крошу, и мы с удовольствием кушаем, так что нравится. Это у меня уже дети взяли. Да, ничего с этим не поделаешь. А, я еще взяла вот курицу. Кстати, курицу вот эту я взяла, куриную грудку, чтобы детям нажарить наггетсы. Но, вы же понимаете. Вот. Так, дальше. Сейчас, подождите, давайте я уберу пельмени, а то они у меня с крабовым мясом. И дальше буду вам снимать, а то они у меня сейчас тут слипнутся. Так, дальше. Взяла вот такие сосиски. Я их замораживаю, я вам уже говорила. И сыр вот такой, кстати, он очень вкусный, вот этот гауда в нарезке, он просто очень вкусный, вот, его на бутерброды. И вот такую еще колбасу пепперони, я вам говорила, тоже соляночки, пиццы, в общем, супер с ним. Замораживать вы когда даже можете просто вот взять большую пачку, половину заморозить, а потом достать, он быстро размораживается и кладете на бутерброд. Вообще не меняет ни вкуса, ничего. Класс. Еще вот такую колбаску мы взяли. Папа может сырокопченую. И, конечно же, вареную колбасу, потому что холодный борщ, потому что окрошка. И у нас вареная колбаса уходит очень сильно. Я, кстати, да, вот эти части тоже отрезаю, замораживаю. И их потом на соляночку. Как наберется много всего, так и буду готовить. Так, была распродажа... Точнее, какой-то сырный день сегодня. Вот, поэтому я тут набрала много сыра. На сыр была скидка, я не помню, сколько, короче. Там все сыры были с красными ценниками, поэтому я взяла. Вообще, мне говорили, что можно сыр тоже замораживать спокойно. Моцареллу можно замораживать? Она не теряет своих свойств? Я думаю, что нет.
Вот. Поэтому я взяла моцареллу. Сейчас, кстати, вот жалею. Там была такая большая моцарелла. Что-то за 450 рублей. Там, ну, короче, большой кусок такой. Я уже не знаю, сколько там грамм. Вот. Здесь у меня 400 грамм. Вот. На пиццу тоже отлично, да. Также я же часто очень делаю всякие запеканочки, поэтому я взяла вот такие два больших куска российского сыра. Тоже я хочу его натереть и заморозить для запеканок всяких, чтобы он у меня был, тем более если сыр по акции. Вот такой второй кусок большой. Так, это у нас на бутерброды, на еду. И, конечно же, мой любимый сыр. Вообще, я больше всего люблю сыр с голубой плесенью. Ну, что-то меня жаба задушила его покупать. Поэтому я взяла бри. Такой сырок тоже его очень люблю. Очень вкусный. Вот. И вот такое еще взяла. Здесь именно орехи. Да? Да, здесь именно орехи. Такие радость вкуса. Тоже ореховый. Тоже очень люблю такой сырок. Так что набрала сыры, буду сейчас натирать. Вот. Дальше. Масло. Я не помню, какое в прошлый раз я масло покупала, но оно было очень вкусное и очень классно. С него была выпечка. Вот тоже такую большую упаковку. В общем, я взяла в этот раз вот такое. Не помню, это такое же, как то у меня было или другое. В общем, я забыла, девочки, как в предыдущем видео, да. Ну, в любом случае, такой попробуем. Еще вот такой плавленый сыр тоже взяли. И здесь у меня молочко. Взяла два молока, потому что у меня что-то дети хотят пить какао. Вот, я им делаю с молочком. Также, ну, это тоже у меня дети взяли, как всегда, вот это. Но это вкусно, кстати. Вот. Сметанка 10%. Здесь вот такие творожки всякие разные, со всякими разными вкусами. И куча напитков. Квас, конечно же, я одну бутылку оставляю на окрошку, вторую у меня выпивает муж. Здесь вот эта черноголовка, лимонад, там мандарин, тархун, соки мультифруктовый и виноградный. И еще я взяла, это просто газированная вода. Да, она газированная, девочки. Кто это взяла? Да, газированная. В принципе, любую беру, и я делаю лимонад домашний. То есть мята, лимончики, можно туда, я не знаю, ягодки какие-то, все, что есть, накидать. Заливается газированной водой. И супер. Даже иногда не нужно добавлять сахар, в зависимости от того, какие ягоды сюда накидали. Он такой кисленький получается. Вообще обалденный. На ночь хорошо настаивать. А вот это я себе, что я подсела на минеральные воды, и мне очень нравятся именно кавказские. Я в прошлый раз показывала такой в зеленой бутылке. Там тоже была кавказская вода. Вот. Я решила вот такую еще попробовать. Наверное, должно быть вкусно. Но мне очень нравится. Держу в холодильнике, холодненький. Ну, я долго пью вот эту бутылку. Там стаканчик налил себе, вообще супер. Здесь также у меня кукуруза и горошек. Тоже добавляю в овощные салаты. Получается очень вкусно. Так, дальше. Здесь у меня морковка корейская. И кетчупы. Вот это, кстати, очень вкусный кетчуп. Черри. Он такой прям густой, классный. Еще мы взяли шашлычный. И еще мы взяли томатный. Так, обещала я показать рецепт вот с этой лапшой. Вот как раз делаю запеканочку. Покажу, как я ее делаю, в общем, как готовлю. Потому что в прошлый раз я ее сделала, но забыла показать. Так, забыла заснять, точнее. Вот такие еще макарошки взяли. И вот такую вермишельку я взяла. Здесь два батона, хлеб ржаной и чай. Вот этот я люблю, гринфилд чай. Вот именно вот этот. Он очень вкусный. Golden Ceylon. Прям очень нравится. Так, это у меня мальчишки взяли. Соломка соленая. В прошлый раз они почему-то сладкую взяли, хотя хотели соленую. Конфетки, конечно же. Конечно же, здесь конфетки вот такие. Так, вот они. Тоже им очень нравится. Потом здесь сникерсы. Сникерсы, киткаты и баунти. Но вот такой баунти мне, кстати, не нравится. Это с ананасом, по-моему, да? А, нет, райская манго. Райская манго. В прошлый раз был с ананасом, по-моему, мне не очень понравилось. Ну ладно, в чеке будет видно на 195 рублей. И киткат тоже. Так, дальше вот такие творожные палочки.
Тоже у меня мальчишки взяли. А здесь я набрала, ну это к молочке, конечно, относится, всякие разные вот такие сырки. Появились вот такие новые. Называется «Своя корова». Хорошее название, да? Тоже разные вкусы. Так, вот такие еще три кота. И вот эти лентовские, мне очень нравятся именно вот эти картошка. Они очень вкусные. Вот с утра кофеек вот с этой штучкой вообще обалдеть. Очень вкусно, девочки, вот эти с картошкой. И здесь у меня 4 пачки творога. Я его тоже брошу в морозилку и что-нибудь приготовлю. Или сырнички, или какую-нибудь выпечку. Я беру вот этот 365 дней. Он не рассыпчатый, он на выпечку как раз очень хорош. Он такой прям мягкий. Ну, в общем, классно. Так, и, конечно же, фрукты, овощи. Арбуз. Арбуз весовой – это иранский арбуз. Я спрашивала, мы когда были в Карелии, мы уже покупали. Очень вкусный, 69,99. Он прямо сладкий-сладкий, девочки. Вкусный арбуз, берите. Ну, спросите только у себя вот иранский. Если иранский, то обязательно возьмите. Так, черешня уже 259 рублей. Очень хорошая черешня. Набрала пакетик себе. Дальше, абрикосы. Кстати, вот эти миленькие абрикосы. Я раньше все время выбирала абрикосы вот такие большие, чтобы они были. А сейчас, в прошлый раз точнее, я набрала миленькие абрикосы. Мне они так понравились. Они такие сладкие, прям вообще. В этот раз вот тоже взяла. Дальше персики плоские. Плоские, а есть еще инжирные персики. Вот есть какое-то отличие между плоскими и инжирными? Вот. Потому что я помню, что когда покупала инжирные, они вообще были сладкие, сочные, обалденные. Вот. А, ну и плоские тоже вкусные. И еще обычные персики я тоже взяла. Так. Здесь у меня еще виноград, кишмиш и яблоки. Это у меня младший сын. Все время берет зеленые яблоки и не ест их. Но берет. В итоге их ем я. Ну ладно. Так, овощи. Взяла 2 кабачка. У меня еще... Нет, девочки, давайте так сразу. У кого уже выросло что-то в огороде, вы уже вовсю едите, собираете салаты, там все остальное, знаете, я вам завидую. У меня вот такие огурцы. Ну, кто видел мои влоги, я показывала свою теплицу. Я имею в виду ростки вот такие. Вот. И до цветения им еще далеко и далеко. С кабачками та же история, поэтому купила себе 2 кабачка. Также здесь у меня помидоры. Помидоры у меня уже есть, но они еще не покраснели, поэтому пока покупаю сливовидные. Огурчики еще докупила. Такие баклажаны. Баклажаны у меня в теплице вообще даже еще не думают цвести. Какой уж там 149 грунтовые. Хорошие баклажанчики. Также я взяла вот этот стебель сельдерея. Оценника нет. А, там за упаковку. И вот такую китайскую капусту на салатике. Тоже у меня салат вот такой. Девочки, ну что вы хотите? Вот у нас сейчас, например, только 19 градусов. Можно сказать, жара. До этого 15-14 даже было днем. Да. Так, лук. Это какой-то репчатый новый урожай, 49 рублей, морковь, эконом, в общем. И взяла картошку, взяла две, там вся картошка была в одну цену, 59,99. Все, новый урожай, старого урожая уже нет. Значит, я взяла вот такую, это на там пюрешечку, запеканочку, картошечку, там, ну, в общем, на всякое такое, просто картошечку отварить. А вот это я взяла, я хочу сделать крошку-картошку. Я уже показывала на канале, как я ее делаю. Вот, но специально выбрала такую прям, чтобы она большая была. Здесь-то поменьше картошенька, а здесь большая, в общем. Поэтому взяла это мне на крошку картошку. Правда, многовато взяла, а это на все остальное. Вот и все. Вот они, минус 15 тысяч, девочки. Да, так что вот, давайте покажу вам чек.